Депутаты обсудили вопросы, касающиеся здоровья населения. Мышиная лихорадка, туберкулез и заболевания, передающиеся половым путем. Это, как выяснилось, наиболее значимые проблемы в нашем городе. Но одной из самых актуальных проблем остается распространение ВИЧ-инфекции. Более того, темпы роста можно приравнять к эпидемии. Ежегодно выявляется более 100 новых случаев. На начало года в городе проживает более 1300 инфицированных. Но на самом деле эта цифра гораздо больше. На каждого выявленного ВИЧ-инфицированного есть все-таки в реале еще и один не выявлен, но он есть. Поэтому, в принципе, для того, чтобы создалось реальное впечатление, на 2 цифры умножьте и будете представлять, сколько вот таких людей у нас в городе. ВИЧ-инфекция – это не только медицинская проблема, а проблема всего общества. Поэтому в городе должна быть разработана комплексная программа по профилактике этого заболевания. Также необходимо создать специальную межведомственную комиссию, в которую должны войти все заинтересованные службы и ведомства. Арина Макарова, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.